13 сентября – очень значимая дата для командира 111-й гвардейской артиллерийской бригады Сергея Хайбуллина. Именно в этот день, ровно 2 года назад, его назначили на данную должность. Все это время он четко исполнял свои обязанности. За время несения службы полковник Сергей Хайбуллин был удостоен большого числа наград и благодарностей за верное служение Отечеству. За то время, когда возглавлял бригаду, мы прошли немалый путь. И сегодня есть чувство грусти о том, что оставляю нашу бригаду. Но в целом я уверен, что бригада в надежных руках. Уровень боевой подготовки, профессионализма как офицеров, так и военнослужащих, солдат, сержантов, он растет с каждым днем. Неизменно повышается. Торжественно, но немного грустно. Именно так началась церемония прощания с частью ее командира Сергея Хайбуллина. Выступающие отметили его достижения и заслуги, его организаторский талант и доброту в отношениях с людьми. Пожелали ему успеха в делах на новом поприще. А затем было ответное слово. Сергей Хайбуллин попрощался с бригадой. Он убывает в город Гродно на должность помощника командующего по кадрам, начальника отдела кадров Западного оперативного командования. После выступления командир попрощался с боевым знаменем воинской части. Под командованием полковника Сергея Хайбуллина военнослужащие бригады принимали участие во многих мероприятиях, в которых каждому из них было необходимо продемонстрировать слаженную подготовку и оперативность действий. Благодаря этому они закрепляли приобретенные на практике боевые навыки. Мне очень приятно возглавить нашу бригаду, потому что полковником Хайбуллиным были заложены очень хорошие традиции, они поддерживались, которые были заложены ранее здесь, находящимся командирами бригады. И бригада в очередной раз и всегда доказывает, что является одним из лучших артиллерийских подразделений в ракетных войсках и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь и одной из лучших воинских частей в Западном оперативном командовании. В планах только продолжение этих славных традиций, развитие бригады, поддержание воинской дисциплины, заниматься боевой подготовкой, чтобы не выглядеть хуже. Сегодня возглавил 111-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду Николай Кудлосевич. Проводы завершились торжественным маршем. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Новости БукТВ.